улице ужасно холодно, а здесь в магазине вот такой вот бесплатный чай, кофе, вот сахар, все дела, как говорится. Взял себе такой стаканчик, сижу, пью, согреваюсь. Такая вот шведская, стокгольмская житуха. Вот огромный магазин, товаров, конечно, валом. Просто на улицу не хочется пока выходить, вот поэтому сижу минут 5, посижу, согреюсь и дальше пойду. Такая вот маленькая зарисовочка. Вообще очень приятно, когда в странах, да и вообще в любом городе есть вот такие вот вещи. Я помню, в Голландии такая же тема была в Амстердаме, когда в магазин заходишь, и вот тоже. Но там нельзя было сесть, а здесь, видите, здесь стульчики есть. И также вот стулья есть, точнее столы есть, стулья есть. Вот садишься и спокойно пьешь кофе. Наблюдаешь за жизнью в магазине. Пока все. Смотрите Анзор ТВ.